Добрый день, это снова я. Я приветствую всех, кто зашел на мой канал. И, как вы видите, у нас свеженькая посылочка и распаковка нового, интересного, люксового аромата, которого, ну, точно ни у кого нет из очень многих известных блогеров. Это аромат... Сейчас вы увидите, как... Парфюм пришел вот в такой вот коробочке. Это люксовый парфюм от знаменитейшего люксового корейского бренда. Да-да-да. От корейского люксового бренда The History of Who. Шикарный бренд с совершенно великолепной, замечательной косметикой уходовой. У них есть также уход за телом, и у них есть... Три аромата. И вот один из этих трех ароматов я смогла себе раздобыть. Это было не так уж и просто вообще-то. Давайте сейчас вскроем. Вот такая вот чудесная коробочка. У этого аромата очень-очень плотный картон. Сверху на коробочке имеется вот такой вот красивый цветок. И давайте откроем. Давайте откроем эту коробочку. Это выглядит вот так. Ну, красота же. Давайте рассмотрим поближе, что у нас есть. Вот такая вот роскошная коробочка, отделанная изнутри белым бархатом. Здесь вот имеется у нас, как я понимаю, сертификат соответствия. Ну, там корейский язык, я это не прочитаю. И, наконец-то, сам аромат. Вот, посмотрите. Он, конечно, сделан великолепно. Здесь совершенно замечательно, прекрасно, идеально выполнены и закреплены все детали отделки. Красота, по-моему, просто изумительная, роскошная. Этот аромат пропион. Вообще найти ноты вот этих вот ароматов от корейских люксовых брендов – это не самая простая задача. Вот, поскольку бренды специализируются на уходе, не на парфюмерии, то подробные пирамиды они как-то не пишут. Но насколько я нашла информацию, я помещу ее куда-нибудь слева или справа, в общем, как получится. Но, в принципе, это аромат пропион – и про белые свежие цветы. Вот так вот. Такая у него... Я сегодня без маникюра. Я вчера его сняла. Ой, вчера было у нас ответственное мероприятие. Наконец-то все закончилось. Ой, осталась еще следующая неделя. Занятия. Там уже зачеты. Вот такая вот крышечка. На крышечке у нас логотип бренда. Вчера сняла весь маникюр.
Вот красивая крышечка. Здесь у нас это, кстати, достаточно тяжелый пластик. Это не стекло. Мне кажется, вот эта крышечка не стеклянная, мне кажется. Такое первое мнение. Логотип бренда The History. Уфу, очень узнаваемый. Вот. И посмотрите, какая отделка. Посмотрите, какая роскошная отделка. Здесь вот маленькие фиолетовые камушки. Аромат, по идее, пропион и белые цветы. Всех, кому было интересно, я благодарю. Большое вам спасибо. Аромат буду пробовать. Я думаю, что сейчас конец мая, это будет его время. Вот, обязательно расскажу о нем. Мне очень интересно попробовать. И у меня вообще-то куплен еще один аромат от корейского люксового бренда, но уже другого. И он в пути скорее. Вот. Так что скоро должна быть еще одна распаковка. Но это будет, да, чуть попозже. Всех благодарю за просмотр. Всего хорошего и до свидания.